офигенский зимний лес. И, конечно, у нас шоу акробатическое. Чё ты делаешь? Объясни мне. Зачем? Зачем ты это делаешь? Ну, валяешься в снегу. Специально? Вообще круто, вообще красота. Заброшенная дорога. Елочки. Видишь, мы 200 метров вправо. 200 метров? Да. Видишь, там просит. Если там не будет просить, значит мы вернемся. Ну, у нас же экстрим. А просто... О нет, Ваня, я тебя не знаю, что будет с тобой, когда ты вернешься из этого леса. Сколько? Сколько метров? 200 метров. Поэтому вот. Нет. Трэш. Это трэш называется. Наш поход когда. Как обычно получилось? Ну. Как обычно, ушли, короче, в лес. И вообще нет дорог никаких. И, собственно, про это все. Какое это там с чем-то? Все серьезно, уже конец зимы, Ваня, завтра последний день зимы. Смотри, как. Все 27, а не 28. Сегодня суббота. О! Тут такие все гробы. Отец не осидит. Ты что сам смеешься? А ты сам будешь сам смеешься? Классный носорог сегодня. А сам в шоке там смеется. Его зовут Меркуцио. Меркуцио, как тебе гуле ноа, а тужур? Excusez по май французский. О, но мы не все. 50 метров, это первое. Это поляна. Пойдем посмотрим. Если там такие сугробы, значит мы возвращаемся и пойдем. Вань, ты починил свои очки старые? Мы по этой кроске можем дорогу выйти. Мы недалеко. Слышишь? Это трэш. Ну и сугробы тут. Дороги нет, да. Сказал Сусанин. Но... Ааа, я упала. На по колено прям. Вань, ты куда ты? Ты вообще в своем уме, скажи. А Илюха, она... Она вообще сумасшедшая. Ваня! А ты видишь? Вон просик. Видишь? Там так темно. Мы идем дальше. Он что-то там увидел. Какую-то просеку. Не знаю. Есть ли она там? В какой жопе? В каком жопе, он тоже не знает. Ну что, или туда, или обратно. Ну пошли обратно. Блин, на тебя. Старайся одного. О, мамочка моя. Помогите, спасите. Это снимала? Что я снимала? Что я снимала? А, короче, я не знаю, где мы. А Леся лезет там через лес. Короче, мы походу заблудились совсем. Ваня. Я не знаю, что это такое, где мы. Ну, по колено, короче, снизу. Я надеюсь, я вот смотрю на навигатор. Навигатор потерял связь и какие-то странные звуки. Очередная заброшка. Это в деревне Чернокова. Останки пионерлагеря. Костер. Там много-много-много разных.
восхищал. Уже начало смеркаться. В общем, в лес зимой по снегу по колено без навигатора лучше не ходить, потому что реально даже отошел от дороги метров на 100 и все, а там то бараки, то какие-то кладбища и чаще лесная.